Но определить и, что самое главное, наказать ответственных за состояние уличных лестниц в Иркутске можно, однако для этого придется пройти небольшой бюрократический квест. Для начала нужно установить, кому принадлежит объект. Варианта 2. Лестница либо находится на балансе управляющей компании, либо является собственностью города. Прояснить этот вопрос житель Иркутска может, позвонив в коммунальную службу по своему району или в приемную администрации округа. В случае, если лестница должна чистить управляющая компания, вариантов развития событий несколько. Например, для муниципальной организации это грозит штрафом, но для частной — предупреждением. Если же объект инфраструктуры все-таки принадлежит администрации и находится в удручающем состоянии, тогда все пути ведут в приемную комитета городского обустройства. Там возьмут ситуацию на заметку и отчитаются по мере решения проблемы.